Кураедова Анна. Аплодируйте, победитель! Маленькая победительница получает грамоту из рук начальника регионального управления МВД. Такая процедура проходит уже не впервые. Меняются только лица. Хотя кое-кто демонстрирует свои таланты ежегодно. Эти дети – участники конкурса «Мои родители работают в полиции». Ни один из них не остался без подарка. Нарисовала полицейскую машину с людьми, как они делали свою работу. Я уже много раз принимала в этом конкурсе участие, но не получалось выигрывать. Вот сегодня получилось первый раз. От поздравительной части быстро перешли к развлекательной. Ведущим праздника стал никто иной, как полицейский Дед Мороз. Морозом, Дед Мороз! Стоп! Остановка Приседалкина! Опа! И вот то, что сегодня на церемонии награждения присутствовали и мамы, и папы детей, вот, общались между собой, радовались за своих детей. Это тоже говорит о том, что данное мероприятие способствует оздоровлению морального состояния наших сотрудников. Всего на церемонию награждения и предновогоднюю елку пришли 17 мальчиков и девочек. Так они, кроме того, что получили море позитивных эмоций, попутно увидели, как их мамы и папы работают в полиции.